Привет, дорогие друзья, с вами снова Уги, город Самара. Магазин Fix Price. Здесь вот еще хэллоуиновская коллекция. Мы решили показать вам что-нибудь, что нам понравится. Тыковки. Вот эти вот мне понравились. Веночек еще есть на День Благодарения. И вот такой гномик. Стоит такой тут бедняжка. Один-одинешенек нас ждет. И мы его возьмем. Потому что у нас уже небольшая коллекция гномов. Мы собираем лосей и гномиков. Что я увидела тут интересненького? Календарик мне понравился посмотреть. 149. Смотри, календарь какой прикольный. Такая еще какие есть. Русский север. Посмотри, мне неудобно. Ой, какая прелесть. Вы видите? Хорош, да. Ага, еще что там есть интересного? Дороги мечты. Они вот в пленке, поэтому отсвечивают. Тоже нравится, тоже нравится. А с другой стороны там что? Тоже отсвечивает картинки. Это вот внутри какие будут на каждый месяц, да? Ну, красивые картинки. Красивые. Еще змея. Мы бы взяли, но нам придется, наверное, брать. Ну вот однозначно змею я не хочу. У нас змей в семье нет, слава богу. Тут красиво, вот это красиво. Наверное, племянница только. Да. Кошки. Ой, кошки какие. Кошки. А это что? Космос. Лунный. Тоже вот так вот отсвечивает, вот так покажу. С этой стороны это вот... Ну, красиво тоже на каждый месяц. Вот особенно вот это. Угу, красиво. А здесь? А там повторяется, по-моему. Змеи, только другие. Красивые змеи. Ну, как, это какие-то сказочные змеи. Как драконы. Только змеи. Сейчас я вам вот так покажу. Сказочные, прям из сказки. Вот это вот вообще. Так, а русский север там что? А положи. Вон, посмотри, елка вырастет, елка. Вырасти елка. Удачи в новом году. Новогодние... А, вот русский север, смотри, какие. Олени. Медведь, олень. Тигр. Хорош прям. Домик в кижах. Лисичка. Ну как мы его принесем? Мне интересно знать. Набор для творчества. Всякое творчество, творчество, творчество. Салфетки. Вот такие у нас вот были в прошлом году. Так, а это что такое? Баночка. Это баночка. Баночка, банка с крышкой, новогодняя. 124 рубля. Она легонькая такая. Помпончик есть беленький, есть красненький. Мне нравится. Мне очень нравится. Кружки вон. Интересные тоже, со змеями. Кружка новогодняя, 149. Вон, видите? Сейчас я приближу. Я опять без стабилизатора. Я как-то не собиралась. Думаю, не знаю, буду снимать, не знаю, нет. Но как увидела этого гномика, я, конечно, уже не смогла вам его не показать. А он еще интересный. Вот эта штука. Вот. Вот. Вот я их обожаю. Вот таких вот. Сейчас Анфиса Пзавана мне поможет. Иди сюда, пожалуйста, а?
Интересный домик для свечки. Вот смотрите, цена 79 рублей. Вот такие. У меня руки трясутся что-то. Вот смотрите, вот такие вот интересные. Лосик, Дед Мороз. У нас такие пик с Микой. Медвежонок. И снеговичок, да? Угу. Мы кого возьмем? Мы кого-нибудь возьмем. Сейчас Анфис выберет. Либо лось, либо мешка без уха, кстати. Так, а вот это что смотри, такое? Без уха. Да, точно, завернулось ухо. Нет, его вообще нет. Вот это вот что такое? Мешка. А посмотри, вот это вот что такое, вынос не могу. Дед Мороз. Нет, а вот снеговичок. Я не вижу, что это. Вот, а что это такое? Сейчас мы разберемся и вам покажем. Это светящая палочка новогодняя, это называется. Это предохранитель, мы не будем его вскрывать. Да, если, может быть, если бы был вскрыт. А тут еще елочка есть, смотрите. Нет, тут вскрыто. Тут вот смотрите, елочка симпатичная. Угу. Тоже вот эта верхушка, видимо, горит. Ну, конечно, хотелось бы показать. Снеговичок, Дед Мороз. Ой, все падает. Или кто это? Ну, походу, Дед Мороз. И елочка. И стоит... 124 рубля. А домик стоит 199. Такие вот. Шар стеклянный. С этой стороны снежинка. А с этой стороны елочка, олень. Это вот дырочка здесь такая. И есть еще снеговичок. Вот так вот елочки снегу. Видите, туда можно. Прикольный вообще. И снежиночки такие сверкающие. Гномики с ножками. С выдвижными. Да. С раздвижными ножками. Ля-ля, а-ля-улю. Классный гном. Их три штуки всего. Вот с красными. Осталось, да, вот они. Они, по-моему, 400 рублей стоят. Да. Ну, под елочку поставить хорошо. Но у нас такой елочки не будет. Вот такие гномики. Симпатичные. Бежевые есть. А там еще вон, еще какие-то куклы есть. Ой, все, я нагибаться не могу. Поэтому на меня не рассчитывай. Мне тут кое-что надо. Вот мне что надо. Я в прошлом году искала трехметровый удлинитель для гирлянды. А в прошлом году уже не было. Вот я возьму. Цены что-то нет, я не вижу. Вот такой вот. Так, в сумочку. Дальше. Какое-то норвежское. Норвежское украшение. Веночек есть. Цены нет. Ой, смотрите, какой Дед Мороз. Почему-то в зеленом. В камуфляже, прикиньте. Дед Мороз воин. Ты что, тарелку продала? Большую? Куда-то опять у меня Анфиса ушла. Так, что тут еще интересненького? Так, ну я нашла, что мне нужно было, зачем я зашла. Еще покажу вам что-нибудь. Все уже все показывали, поэтому показывает только то, что другие. Ну, это уже все показывали на окна.
наклейки на стекла. И вот на стекла тоже. Так, мне еще нужна елка. Вот интересно, какие тут елки есть. Какая-то голубая елочка. Это веточки. А вот есть елка. Смотрите, какая хорошая. Большая елка. Какая цена, целая. Елка, это, наверное, 1,5 метра. Так, здесь эти колокольчики каждый год. Паровозики. Ой, какая бутылка. Офигеть, какая красота. Посмотрите. Я тоже такую могу сделать. У меня, главное, есть из чего, но у меня нет такой бутылки. Ой, а там еще вон какая вазочка. И вот это вот тоже прикольно. Смотрите, какая. Какие интересные штуки. Это типа это. А-ля грузинские. Я в Грузии такие видела, когда была. Вот, вот их стиль. Ну, бутылка вообще 400 рублей. Друзья, посмотрите, что я тут нашла. Декоративный флакон с распылителем. Вы это видели? Такой. Прелесть какая. Одеколончик сюда налить. И тым-тым-тым-тым. А там еще есть вон... А сколько он стоит? 250 рублей. А там еще есть вон под... Это значит серебро и бронза. Я хочу такой. Я хочу такой. Сейчас я Анфисе покажу. Офигеть, на курьих ножках. Декоративная подставка бьюти. И декоративный светильник камин. Вот тоже мне нравится. Слушайте. Он так горит. Он легкий, кстати. Интересно, он на каких батарейках? Слушайте, какой хороший подарок. Вот здесь вот, значит, батарейки. Почему в Америке все продается с батарейками? И если что-то собирать, продают уже с этими, с отвертками. Но у нас же еще искать надо батарейки. Тоже хороший. Так, и вот вазочка тоже интересная. Смотрите, ароматический диффузер. И это тоже диффузер. Смотрите, сделано в виде такой интересной вазочки. Сколько здесь? Вот здесь, я понимаю, новенькое. Вот эти вот а-ля грузинские такие вазы, это, конечно, отпад. Такая, это что? А это что такое сейчас? Посмотрим. Ой. Декоративный светильник. Тоже посмотрите, как сделан классно. Отсвечивает. Тут, короче, такая вот веревочка сплетена, на которую вешать. А внутри горит. Ой, что-то уронила. И вот такой есть еще. Вот такой, в виде шара. Мне вот это больше нравится. 400 рублей. А внутри горит такая... Ну, как она называется? Спиралька. Не спиралька. Видите? Как ниточка. Вот такие вот есть. Светильнички, свечи, масло есть, 69 рублей. А это для украшений, да? Зеркало. И для украшений колечки вешать, или сережки вешать. Колечки можно положить. Смотрите, голубая есть.
и розовая. Хороший подарок, только зеркала не дарят. А так бы, ну, очень родному человеку можно купить. Вот такие вот свечи, свечи, свечи. Я уже не буду их дегустировать на запах. Витые вот такие свечи. Вот, смотрите, симпатично сделаны. 150 рублей. Это вот не особо дорого считается. Еще, друзья, посмотрите, какой я нашла светодиодный камин-светильник. Это вот сзади. Вот он вот такой, достаточно большой. Сейчас я его переверну как-нибудь и вам покажу. Мне так неудобно, конечно. Уж извините. Вот. И вот этот вот вперед. Впереди он будет светиться. 400 рублей, 399. Вот здесь они не так внизу. Вот такой подносик. Тут вот это вот все снимали. А вот такой подносик. Вот посмотрите, какой. Вот этот мне нравится. Для, можно яблоки положить. Да даже для этих. Для ниток вязальных. Ой, еще вот какой интересный есть. Только цену я там не вижу. Вот этот еще беленький интересный. Тоже интересный. 250 рублей стоит. А это значит 350. Или вон те, которые внизу 350. Непонятно. Непонятно. У нас, как всегда, мало времени. Нам кое-что здесь нужно купить. Мы кое-что уже прикупили. Ну, косметику тут все показывают. Мыло. Мыло. Фреш 69. Абсолют большой. Что тут еще интересного есть? Моего любимого нет. А вон лаванда. Такого у нас нет. И цены. Дуру. Вот пакс розовый. А я люблю зеленый. Очень хорошо мылится. И цена хорошая. Вон пари. А это что? Дуру какой большой. Дуру. 140 грамм. Представляете? И стоит 59 рублей. Надо взять, посмотреть, что это такое. За мыло дешевое такое. Еще я тут увидела вот такие варежки. 250 рублей. Вот такие вот из меха. Но они детские считаются. Это 150 вот эти вот. Помягче и поменьше. Смотрите, какие симпатичные. Варежки детские. Ну, взрослые вот есть. Вот такие вот есть. 350 прям конкретные. Такая вот розовая подкладка. Перчатки. Тоже симпатичные, смотрите. Разных цветов. Серые, белые. Кофе с молоком. И вот такие вот голубые. 200 рублей. Хорошие вот эти перчатки. И под лайкру. Ой, у меня 100 лет назад такие были. Здесь вот, вот такая вот ткань и с бунтом лайкра. 250 рублей. Вот смотрите, какие беленькие есть. Синие, белые. И все, наверное, да? Варежки, посмотри, какие. Вот, вот, вот эти мне понравились. Угу. Типа как у меня вот. Классные. Эти вот серенькие.
Вот такие вот носки. Носки, носки, носки. Вот такие носки. Дом ходить. И вот такие еще есть носки. Скажи. Что Анфиса тут нашла? Тогда я хотела взять. Платин такой. Да. С котом. Там разные рисунки. Просто магазин сейчас закроется. 400 рублей он стоит. Симпатичный. Очень, очень симпатичный. Ну, типа как тепленький он такой классный. Шарфики здесь. Шарфик вообще. Вот это интересное. А, они вон там разных да, цветов. Да, надо прям показывать нормально. Банка. Вот нам нужна такая банка. Тащить ее неохота. Смотри, вот нам нужна такая банка. Так будем брать, нет? И вот я показывала носки. Возьми банку у меня. Как она открывается, посмотри. Вот носки я показывала. Для каш, что ли? Да, этого. Цены нет. Будешь брать? Там нет? Обувь. А подешевле нет? Тебе жалко за банку. Так, вот, вот это мне. Нет, мам. Да ну возьму на место. Ну потом придем, возьмем. Вот тазики интересные. Видите, тазики какие. А вот маленькие. Для салата. Смотри, какой симпатичный. Угу. Миска. Вот это вот 124. Нам вечно не хватает. А вот этот вот, наверное, 299, эмулированный. И нет, что я должна на бегу смотреть? Вот, смотри. Вот, смотрите, бутылка складная, мячик. И что? И как? Вот так выдвигается. Как я теперь ее обратно? Странная, да? И тут надо это наливать. И стоит 250 рублей. Ну, все. Такие кастрюльки. Ага. Мечом. Розеточки хорошие, мне нравятся. Пиалушечки. Небольшие такие. Это стекло. Можно микроволновку. У нас такие есть, только побольше. Ну, остальное все вам показывали. Подносик интересный. Почему, я не знаю, почему так быстро время пролетело. Так, я зацепилась там за что-то. Вам пакет надо? Нет, у меня есть. Такая легкая. Анфиса такие любит. Мама, дай карту. Вот интересный стаканчик. Кружка. 370 миллилитров. 149 рублей. Ну все, пока я с вами прощаюсь. Напоследок покажу, какие есть. Мам, под горячие. Да сейчас подожди. Осталось. Стою на кассе. Ну стой. Как всегда. Вот симпатичные бокалы. Вы видите? 149 рублей. Ну все, всем пока. Пишите, что вас заинтересовало. Я покажу. Приду без нервов. Покажу поближе. Это что ж там такое? Тыковка. Вот это видела? Я такое еще не видела. Все, всем пока. Привет из Самары. Пока-пока.